вас всех, рады видеть вас, рады, что вы пришли послушать, посмотреть и поддержать наших детей. Раба Бахдаева, когда будет учу на наших пишевах, когда заехали, юма тридая, лиша дьема, когда ива сриха верхат кашвар, и на лтат пашанка раба Маньянова Марьева, хача дана джучешана, удю, мабатреша батра, ара юма вагумах, день, Международный день родного языка отмечается во всем мире 21 февраля. Это уже принято в течение нескольких лет для поддержания всех народов, для сохранения их языков. И так как дети в основном у нас все болели, и мы никак не могли собраться, вот наконец собрались, и все равно у нас есть отсутствующие, но уже переносить не будем. Сегодня мы проводим наш вот такой маленький праздник, посвященный Международному дню родного языка. Как всегда, мы начнем с патриотической песни, которую исполнит Олечка с поддержкой всех наших малышей. Ну а дальше продолжим нашу программу. Thank you.
Ако не мъждуте, не е масива палкива, ме тя базаза. И
ina adiye. Kam aino mudara ina kurbunjia tetmeya. U khakna gahen tabulab tumbro. Yeah.
Спасибо всем большое. Спасибо.